Английский капитан Джон Морсби в 1873 году обозначил на карте бухту и назвал поселение в честь своего отца. Но до того, как он ступил на эту землю, местность уже была освоена племенем Моту. Его потомки до сих пор живут в деревнях на побережье и остаются верны традициям. Мужчины веками рыбачили, а улов обменивали или продавали. Правда, сейчас жемчужные раковины уже не используют в качестве денег. Одна из здешних общин – община Коки. Их дома стоят на сваях прямо в воде. Нехитрые постройки с соломенными крышами и простая обстановка. Деревня малопосещаемая, практически закрытая для внешнего мира, но команду экспедиции местные жители встретили дружелюбно, узнав, кто ее возглавляет и с какой целью она прибыла.